кайф. Замечательно. Прекрасная песня. Так. Давайте. Давай еще раз, кайфули. Давай, кайфули. Подождите, но вы уже третий раз эту песню собираетесь петь. Да? Скажи, кайфовая, да? Да. Да, но я напомню вам правила нашего клуба. Один человек может спеть не более двух песен подряд. А я сколько спел? Уже два. Третий собираетесь. Охренеть. Ладно, все, давай, давай, все. Все. Так, следующий номер 32. Я. Yeah. Какую песню будете петь? Кайфули. Два раза. Послушайте, у нас в базе больше 100 000 песен. Может быть, выберите какую-нибудь другую песню? Либо кайфули, либо звездюли. Звездюли хочешь? Так, понял. Кайфули еще раз. Кайфули. Я прошу прощения. Да-да. Когда эти кайфули уже закончатся? Я надеюсь, что через две песни. Я слышал это две песни назад. Я прошу прощения. Я не знал, что его друг закажет точно такую же песню. Когда моя очередь? У вас какой номер? 34. Вы через одного. А пока отдыхайте, расслабляйтесь. Одним словом, кайфуйте. Да! Извините. И рядом красотоле. Прекрасно, прекрасно, Стив, прекрасно. Может быть, вторую песню другую выберете, а? Не-не, кайфули. Кайфули давай, чё. Может, все-таки другую. Тебе что, не нравится кайфули? Раньше очень нравилось, но теперь у меня от этой песни депрессули. От депрессули есть классная песня. Знаешь, какая? Какая? Да! Кайфы, кайфы, кайфули. Кайфы, кайфы, кайфули. Кайфы, кайфули. Кайфули. Кайфы, что, снова эти, да? Да. Они вчера тоже были. Раз 30 кайфули заказывали. 30 раз? Да. Как же, не больше двух песен на человека. Они потом стали каждому столику по $100 давать, чтобы те тоже кайфули заказали. Они только трешку на заказ песен выкинули. Так они могли потом еще и бабла поднять, когда все были готовы по $500, блядь, чтобы отменить заказ. Ого! Кайфы, кайфы, кайфули. Кайфы, кайфы, кайфули. Кайфу. Браво, браво, браво. Браво! Молодцы, молодцы, молодцы. Номер 33. Не вы? Нет. Номер 33. Стоп-музыка, в чем дело? Я не говорил вставить. А, блин, это же у меня телефон, ё-моё. А не выключай, классная песня. Кайфули, кайфы, кайфы. Серега звонит, надо. Алло, Серый. Да, мы там же, где и вчера. Заходи. Заходи. А ты уже здесь? Он уже здесь. Заходи. Серега! Пацаны! Ты где давай, был? Давай. Ты 5 кайфуль пропустил. Давай. Да я домой ходил. У них тут нет песни в базе. Я домой за флешкой сбегал. Номер 33. Это я. Слышь, терминатор, лови флешган. Слава богу, это будут не кайфули. Кайфуем. Тоже классно. С тобой сегодня мы кайфуем. Душевно, да? А я опять тебя целую. Хоть что-то новенькое. И забываю обо всем. Кайфы, кайфы, кайфы. Это что сейчас было? Кажется, у нас проблема с диджеем. Ну, слушайте, его можно понять, он и вчера всю смену отстоял. Так, теперь ты, диджей. Я? Иди поставь кайфули. Давай. Как давай, ты, давай. Кайфули, вы что? Сначала давай. Кайфули, кайфы, кайфы, кайфули, кайфы, кайфы, кайфули. Алло, алло, я тебя не слышу. Где я? В дурдоме. Хотя заходила в караоке-бар. А ты где? На Мальдивах. Кайфуешь?
Чтоб ты сдохла! Прекрасно, прекрасно исполнили, прекрасно, молодцы, молодцы. Спасибо большое. Номер 34. Наконец-то. 135-й трек, пожалуйста. Скажите, а можно мы сначала пожрать что-нибудь закажем? Да, конечно, заказывайте, что вы хотите. Я буду хинкали. Хинкали, хинка, хинка, хинкали. Соусом в кемали. О, вот, братан! Красавчик! Молодые люди, у нас нет хинкали. Тогда... Кизмараули, под каре косули. А мне оливье. Оливье. Ну, оливье под вискарик, это такие кайфули. Кайфули, кайфы, кайфы, кайфули. Я прошу прощения, мне можно спеть песню? Так, пацаны, тихо! Все, заткнулись. Заткнулись. Тихо! Я его знаю. Он из филармонии сейчас красиво будет. Даже в зеркале разбитом над осколками склоняясь в отражениях разбитый. Пацаны. Но увидишь ты меня, и любовь безумной сетей разобьет твое окно. Буду снова тебе сниться, буду сниться все равно. Все, закончил. Давай, кайфули! Кайфули, кайфы, кайфы, кайфули, кайфы, кайфы, кайфули. Ребята, вы что сделали только что? Что ты хочешь? Вы мою песню оборвали. Какую песню? Алло, ты что? Ты уже все свое отпел. Там пауза была два раза, кайфули можно было спеть. Давай. Кайфули. Это беспредел. Я понимаю, я приношу извинения от имени клуба. Может быть, другую песню выберете? Нет, мы пойдем из вашего клуба. Мы больше не будем в одном месте с этим быдлом. Идем, дорогая. Что ты сказал? Тихо. Что слышал? Пошли, выйдем. Что? Пошли, выйдем. Пойдем, Жень, выйдем. Не надо, Жень. Не надо. Дорогая, Женя, успокойся. Идем, выйдем. Да. Идем, Женя, выйдем. Да не волнуйтесь, наш друг драться не умеет. Он твоего парня просто убьет. Что, я звоню в полицию? Не надо, ты что, он не по-настоящему убьет. Немножко там косяк вместе долбанут, убьются напрочь. Там голландские гайфули. Садись на столик, давай. Выпей с нами. Ой, ну как-то неудобно. Следующий номер 35. Ой, это мы. Пожалуйста. Мы молодожены. И у нас медовый месяц. О, поздравляю. Горько. Сашка. Там по залету. Сашенька, давай споем нашу. Ту самую, под которую у нас была первая брачная ночь. 46-й трек, пожалуйста. Бень-бень. Саша, ты не попал! Ты вот тогда не попал и сейчас не попал! Спасибо. Номер 36. О, это наш! Давай сюда. Красотка, а ну давай спой. Я, да? Покажи, как надо. Можно, да? Ой, спасибо большое. Угощаю. Ой, спасибо. Всем нам покажи. 338-ю, пожалуйста. Теперь ты, диджей.
Может, я еще одну? Нет, спасибо. Давай, да. Дуй за свой столик. Давай. Дай сюда микрофон. Давай, кайфули. Давай, кайфули. Никогда не думал, что скажу это, но лучше вы пойте. Да! Кайфули, кайфули. И рядом красотули. Кайфули. Ой, какая душевная песня! Кайфовая! Давай! Кайфули. Стоп, музыка! Работает одесский спецназ. В нашем городе все заведения работают до 23:00. Понятно? Четвертый, доложите обстановку. Докладываю. Обстановка по кайфу. Мы в Одессе танцуем. В этом зале диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Мы в Одессе танцуем. Тут сегодня танцует, куражится даже спецназ. Да! Да, Серег, привет. Здорово. Да вот стою, жду свою из клуба. А ты что, уехал уже? Что, не дождался? 2 часа ждал? Чё себе? Не, я свою дождусь по-любому. Да не, ну моя вроде в приличный клуб пошла, да. Королева ночи сегодня буду. Все, давай. А это значит, опа, мужик, привет. Хочешь сиськи покажу? Нет. А я там в клубе уже. Вы знаете что, девушка, у меня свои есть, вернее, у жены есть. Идите вон в клуб и там показывайте. А и так там всем все показала. Там и так все голые ходят. Хотя сиди, жди. Еще одному не показала. Вика! А ну-ка быстро оделась и вышла! Я, блин, тебе тут полчаса уже... Никакой, да танцую под веника, я сказал, сейчас выходи, быстро! Все, жду! Какой-то... О, стоит только наорать, сразу вышло. Вроде трезвая. Привет, солнышко. Куда? Оп. Стоим, держимся. Здоровчик. Привет. Давай, иди в машину. А я так сразу не могу. Я вообще-то замужняя женщина. Вика, я твой муж. Ой. Так что, поехали к тебе или ко мне? Домой поехали, к детям. Сань, никакой романтики с тобой. Давай, обходи машину, сдалась. Обнаружен более быстрый маршрут. Ты что творишь? Да, ну куда ж ты с ногами насидишь? Ну ё-моё! Это что за баба у тебя? Какая баба? Которая по телефону с тобой только что разговаривала. Ты что, совсем уже? Это GPS-навигатор. Не звони ему, боже, овца, это мой муж. На, кобель. Все, поехали. Надо присекать. Что? Надо присекать. Ладно, дома объяснишь. Надо девочек подождать. Каких девочек? Подружек моих. Да ладно, все, я понял. Закрой окно, холодно, дует и... Ё-моё.
Фу, господи, что вы такое пили? Сейчас есть буха. Что? Шампанское сампуха! Но это поначалу. А потом там был еще ликер, еще мартишечка и... Боже, не помню. Понятно. Дома опять на тазик кричать будем. Сашка, ты когда сердишься, ты такой сексуальный. О, смотри, Маруся. Ну, трезвая, смотри, красотка вообще, умничка, бери пример. О, Санька, привет. Не подкинешь домой? Привет, Марусь, садись. Ой, садись. Отлично. Вот ты видишь, что значит мать четверых детей. Так, ну все, поехали. Ой, шерлоба, юс. Что она сказала? Она говорит, печку выключи, а то ее сейчас вырубит. О, не успел. Саня, у тебя есть что-то попить? Есть. А, спасибо. Фу, что это за гадость? Это вода, без газа. А Лонг-Айленда нет? Нет Лонг-Айленда. Жаль. Все, поехали. Нет, мы никуда не поедем, Саня. Надо еще забрать Янку и Юльку. Слушай, блин, они сами доберутся. Я их видела, они не доберутся. Я серьезно говорю, не доберутся, так что давай... Сядут на такси и поедут. Что о, кстати, да, так и сделаем. Наверное, ты езжай, а мы потом вызовем такси. Так, Вика, у меня уже два раза по 500 гривен снялось за простой. А я не вызывал такси. Я вызывал. Ты меня просила. Ой. Пришлось самому ехать. Ой. Ты когда сердишься, ты такой сексуальный. Чё, ей плохо? Быстро, вот там в бардачке пакет. Да не, Сая, это она туфельки снимает. А, понятно. Все, едем. Давай я там, не знаю, с ними схожу, что ли. Давай. Да ты, куда ты еле ходишь вообще? Куда ты пойдешь? Звони им. Алло. Алло. А это кто? А ты кто? Я Вика, а ты? Я Маруся. Маруся, привет! А ты вообще как? Где? Повернись и спроси, вы разговариваете по телефону. Ой, фу, я вспомнила. Господи. Янка отдала свой телефон Маруське. Давай я схожу Янке, отдам ее телефон, потом вернусь сюда и позвоню. Не-не-не-не-не. Тихо. Давай этой, второй звони. Юльке. Что, на второй туфель сняла? Нет. Походу, Юркин телефон тоже в машине, и Маруся на него удачно села. Так, ладно, короче, я сам схожу, заберу их от... Нет, тебе занеся! Сегодня женский день! Что? В смысле, женский день? 8 марта! Маруся, погнали, заберем этих кобыл, а то я сама не дотащу. Ты сиди, ты дотащи. Вон, идет твоя Янка уже. Блин, ну что это за тарантайка стоит на дороге у богини красоты? Слышь, богиня красоты, эта тарантайка тебя ждет. Ты да подожди еще чуть-чуть, я там пару танчиков. Янка! Садись, это мой муж. Твой муж таксист? Я сама в шоке. В
Всё, я только узнала, прикинь. Так, все, все угомонились уже. Можем ехать? Нет. Так, Янка, давай мы тебя первую завезем. Адрес твой говори. Перешла 7. Что? Перешла 7. А, Переяславская 7. Да. Только нам не туда. А куда? Она на Гнашкевича 4. Поедем к моему бывшему. Пусть посмотрит, какую он красотку потерял. Ой-ой. За контур вышла. Ну, Куся, есть... а у тебя есть зеркальце? Держи, подруга! Ты... Спасибо, подруга! Ты что делаешь вообще? Нам же еще ехать! Саня, ты когда сердишься, такой сексуальный! Ах, блин! Эй, извиняюсь. А можно я, короче, быстренько это сбегаю? Пописить носик. Может, попудрить? Ну, попудрить писик. Может, носик? Блин, Вика, объясни своему хахалю, что писять хочу. Саня. Яна хочет. Вика. Любимая, я не глухой. Саня, Саня, у тебя есть камера заднего вида? Нету. Отлично. Это она туфельки сняла. Я понял. Слушай, поехали сейчас Марусю завезем. Яна сама как-то доберется, не первый раз. Фу. Плюнь, выбрось, где соска? Я сказала, выплюнь какую изо рта. Лучше сколько ремня всем дам. Четверо детей, кошмары снятся. Ну че, ставим, че никуда не едем? Тебя ждем. Санька, включи твою музычку. Я не буду вам музыку включать. Ну почему? Потому что... Маруся вон спит. Маруся, вставай! Ты нам весь день кайф ломаешь! Саня, включай! Вытру слезы, стану красивой. О, господи, да сколько можно, да ё-моё! Я хочу быть счастливой. Я королева ночи, сегодня ночь. Трэш какой. Глаза не прячу, я больше не заплачу. Уточки, уточки, назад вернулись! Назад вернулись в машину! Быстро, быстро, быстро! Бегом, 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 бегом! Ты посмотри на них, а! Вика-то, ё-моё! Ну... Молодой человек, ну, я извиняюсь. Да. Если они с вами, то рассчитаться придется вам. Виски, самбука, текила, ром. Блин, это как можно было столько выпить вообще? Это только первый коктейль. Слушай, дружище, а можно я рассчитаюсь только за свою жену, а эти курицы пускай за себя платят, а? Так это и есть счет только вашей жены. Блондинку армяне угощали. А вон та дамочка с одного бокала шампанского убралась. Ай-яй-яй-яй-яй! Это что же получается, если мы не рассчитались, то нам нужно вернуться в клуб и ждать там полицию? Да! Так, тихо! Так, пожалуйста, вот возьмите без дачи. Да, да. Спасибо. Хорошего вечера. Да, до свидания. Все, поехали! Не, как это поехали? У нас еще Юлька. Какая Юлька? Ну, Юлька, наша лучшая подруга. Она в день Святого Валентина нас троих вынесла из клуба. Горящего! Там, короче, пили самбуку,
И что-то пошло не так. Хорошо, где ваша Юлька сейчас? В туалете. Прическу поправляла. Блин, это она сейчас мне всю машину заблю... Она пьяная? Не, паленая. Я серьезно говорю, мы самбуку пили, и тут у нее волосы как всполыхнули. Очень красиво, а тут самбук, а тут огонь горит. Пусть горит моя душа. Вот под эту песню еще подумали, что это часть шоу-программы. О, вот и Юлька. Брось меня. Страшная женщина. Яна, мы своих не бросаем. Юля! Я здесь. Отцепись, лохудра. Девушка, вы за бутылку виски не рассчитались. Вы что? Я вообще не пью. Какие виски? Я на антибиотиках. То есть как это не пью? А кто выпил бутылку виски? Она? Понял. Девушка, идемте, я вам помогу. Отнесу вас на кухню. Девчонки, а смотрите, что у меня есть. А? Секундочку, это еще не все. Опа! Она что, без трусов, что ли? Юлечка, надень трусики, а то простудишься, кашлять будешь. Так это не мои. И не мои. А чьи же, да? Трофейные стриптизера. Не-не-не, стриптизера у меня. Тогда у меня диджея. Викуся, Викуся, она в нашу машину не влезет. Саня, ты что хочешь сказать, что Юлька толстая? Я хочу сказать, что она просто в нашу машину не влезет. О, тогда давай так. Я нас всех отвезу, а ты потом сам доберешься. Ты что, вообще уже? Ты посмотри на себя, ты еле-еле на ногах стоишь. Ладно, сейчас. Женщина, отойдите, пожалуйста. Прошу. Давайте. Пихнем вас. Опа, 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 Янчик, Янчик, извини, извини, давай, 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 встаем, встаем, встаем. Ты там на защелочку дверь закрой, чтобы не выпало. Так, хорошо, вот вроде впихнул. А, ты, блин, ё-моё, да что ж такое? Ребята, мы точно не бросим, давай, давай, малышка, сели. Все, все, хорошо, 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 все. Блин, Викуся, какой ты Сашка классный. Спасибо, Янка. Угу. Я сейчас не поняла. Это типа между вами что-то есть? Ты что, вообще уже? Это твоя подруга. А если бы она не была моей подругой, то ты бы ее... Вика, фу, Саша не в моем вкусе. Спасибо, то есть теперь он тебе уже не нравится, да? Да, девчонки, успокойся, Саня, отличный мужик. Угу. Понятно! Значит, у вас тройничок! Чё? Сейчас разберёмся! Господи, да сколько может! Блин, и каждый год одно и то же! Ё-моё, ну почему так успокоились? Да. Так, первую завозим Юльку. Мне амортизаторы жалко. Давай, Юлька, адрес. А давайте заедем к моему парню. У меня настроение сегодня такое игристое. Ну? Значит, адрес Зайпери Переездская, 17. Что? Зайпери Переездская, 17. Я не понимаю, что она говорит. Да что тут непонятного? Зайпериевская, 17! Да цифры-то я услышал! Буквы какие впереди! Да, свой GPS.
Зая Припевская, 17. Маршрут построен. Далековато, конечно, но для бешеной собаки 100 километров не крюк. Блин, баба-баба всегда поймет. Пункт назначения — улица Зая Припевская, дом 17. Улан-Батор, Монголия. Юлька, а чё, твой парень в Монголии? А я не знаю, я его уже 5 лет не видела. Но я его так люблю. Ой, девчонки, по Монголии отбоя, мне домой надо там деться. А поехали в караоке! Да, закрой рот! Всё, мы едем домой! Хватит! Саня, ты... Я знаю, я сексуальный. Ой, сейчас нет. Ну что ты на нас кричишь? Ну ведь сегодня же такой прекрасный день. Женский день. День 8 марта. Ну да. Вообще, отвлекусь, уже 9-е. Как? О, 9-е? А давайте на автопати. Да, давайте! Да! Единственное, что хорошее в этой машине, так это печка. Поехали, девчонки! Проходим аккуратненько. Ищите новый клуб, круто, так, в стиле лофт, да? Ой, скажите, пожалуйста, а тут есть караоке? И где наш столик? Вот, пожалуйста, у вас отдельная VIP-комната. Значит, официант, нам, пожалуйста, мохито с водкой. Да. Женщины, вы вообще-то оглянитесь, где вы находитесь. Вика! Что? Вика, это не клуб и не караоке. А что? Вика, это квест-комната. Значит так, мы берем подсказку. Где здесь выход? Да. Вы сейчас договоритесь, что эта квест-комната станет для вас домом родным. Янка! Янка, а где Марина? Марина! Она же руки с нами в машине ехала. Брал руки, я сказала! Мне больше нравится мир в хламе! Вот и все. Так, спецназ, спецназ, подразделение Альфа. Можете быть свободны, дальше мы сами. Стойте! Может, спецназ пока оставим, а? Да, подождите за дверью. Да, мы, кстати, заказывали мохито с водкой. Да! И бутылку коньяку. Какой коньяк, какое мохито? Вы находитесь в полиции. Перед вами офицер, младший лейтенант. А мальчик молодой, все хотят по тобой. Мариша, подожди. Ладно. Подождите, что вы сказали, где мы? В полиции. Я тебе говорила, что ты найдешь проблемы на свою. Ай, плохая, ай, плохая, ай, плохая. Янка, не пыли. Не пыли, ну. Подождите, а как мы тут оказались? А вы не помните? Да мы за вами уже 3 дня с 8 марта охотимся. А за некоторыми с Нового года. Что значит «с Нового года»? А сейчас какое число? В вашем случае лучше спрашивать, какой сейчас месяц. Ну, ладно, я понимаю, встретили 8 марта. Но дальше-то что праздновать? А дальше был день Шевченко. Державный свято, между прочим. Ну, допустим. А дальше? А потом пятница. И выходные! Кружит голова и лопату! Голова и лопату! Ну, хорошо, но дальше-то идут.
рабочие дни. А я домохозяйка, я могу и в будни пить. Ранее к уголовной ответственности привлекались? Конечно. Это ж не первая 8 марта в моей жизни. Марина, не надо усугублять. О, я прошу прощения. Усугублин. Короче, молчи, Марина. Слышь, младший лейтенант, а ты еще знаешь, кто мой муж? Он у меня капитан. Яна, он у тебя капитан футбольной команды. Блин, ну это ж по званию выше. Ой, в общем, все с вами понятно. Будем сейчас вас оформлять. Ты кого назвал оформлять? Да я говорю, протокол оформлять. А, я прошу прощения, мне не то послышалось. Итак, на вас поступило 17 заявлений. Одно из которых — изнасилование. Я прошу прощения, 18 заявлений. Здесь еще одна попытка изнасилования. Какая еще попытка? Мы просто с этой вот на заднем сиденье в машине ехали и... Попытка не пытка. Ну так а чего ж ты раньше молчал, а? Раньше она не в клетке была. Так, все, вам трындец, я звоню, ясно? А, любимый, забери нас из ментуры, нас повязали. Нас с тобой хотят поговорить. Сейчас. Алло, не сможете приехать? Говорит, не сможет приехать. А спросите, почему? Ну так понятно, почему. У нас тут связь плохая, а вы, смотрите, вы антенку не достали. Вот так вот. И можно звонить, понимаете? А у вас не будет огоньку? Так хватит поясничать. Вот мы с вас и начнем. Фамилия? Булитка. Булитка? Нет! Булитка! А, бульбулитка. Нет! Да. Кем работаете? Преподаватель этики и эстетики. А. Значит, когда мы вас задерживали, это вы матерились в стиле Есенина. А вы разбираетесь, да? Возраст. А у женщины не этично спрашивать про возраст. Хорошо, тогда пишу на глаз. 38. Мне 27. Ага, значит, реально 32. Девки, это матерый мент, он меня сразу раскусил. Дальше вы, фамилия. А какая у меня фамилия? Как у твоего мужа. А у мужа? Какого? У последнего? Сплюнь! У крайнего! Сережа! Сережа! Да я фамилию спрашиваю, а не как мужа зовут. Пишите, как у нее! Бульбулитка? Да! Вы что, сестры? Да, близнецы! Ой, оно и видно. Так, дальше вы, женщина. Женщина. Все, ее теперь может разбудить только секс. Пусть спит. Так, что значит пусть спит? Иди и буди. Ну вы же слышали, ее может разбудить только секс. Так, сержант, это приказ. Жесткие у вас приказы. Женщина. Женщина, вставайте. Женщина. Женщина. Ну все, а вот теперь точно секс.
помогите! Вызывайте полицию! Ну, мы как бы сами полиция. Верните спецназ! Сорвался. Женщина, вы что вытворяете? Вам мало? На вас написано 17 заявлений. Вот, полюбуйтесь только. Господи, да успокойтесь, они все в трех экземплярах. Вот. На, жуй. Вот, таксист пишет, в машине которого вы устроили настоящий беспредел. А именно, вылезли в люк и орали во все горло. Ну и что? Это, между прочим, была моя мечта еще с выпускного вечера. А то, женщина, что изначально люка в машине не было. Да? Вот, пожалуйста, дальше. Ограбление секс-шопа. А это не мы! А кто? Это я! Марина, ты когда успела? А мне нужно было после стриптиз-бара чем-то догнаться. Девочки, тихо. У меня есть план. Мальчики! А кто из вас плохой? А кто хороший полицейский? А? Да, ну вот. Плохого давайте мне. Я его накажу. Я хороший. Да? Хороший мой. Я хочу признаться. У меня с собой наркотики. А вот это уже серьезно. А ну-ка, обыщи ее. Нет, второй раз я на это не поведусь. Так, сержант, это приказ. Ты слышал, что тебе старшие по званию приказывают? Хорошо, я увольняюсь. Так, сержант, стоять! Во-первых, ты мужик. А во-вторых, я ее буду держать на прицеле. Женщина, руки. Руки! Ладно, ладно, ладно. Ну, иди ищи. Выше. Еще выше. Вот здесь. О! Но здесь же нету никаких наркотиков. Упс, потеряла. Все, можем продолжить. Вот, пожалуйста, дальше. Украли платье, это уже серьезно. О, вот это не надо, давайте разбираться. Между прочим, мы его по акции купили. По какой акции? Разбей витрину ночью, получи платье в подарок. Не, ну мы же денежку охраннику оставили. Да? А надругались вы над ним просто так? Не просто так. У него не было сдачи, вот я и взяла натурой. А вы ничего не докажете. Как только он выйдет из комы, женщина, мы все докажем. Так, все! Мы вскрываемся. Хотите правду? Мы выполняли государственное задание. Какое еще государственное задание? Расскажем им, девчонки. Да. Нам надо было узнать, где в Киеве после 23:00 продается алкоголь. И где? Где, где? Везде! Обезьяны! Веселитесь, шутите. Наверное, не знаете, что, судя по количеству заявлений, вас, гражданочки, будут судить. Тогда я требую своего парикмахера. Может, адвоката? Парикмахера. Я в суд с такой прической не пойду. Более того, я с такой прической с адвокатом встречаться не буду.
А я буду с ним встречаться, он симпатичный. Вика, ты замужем? Кто, я? А, да. Я отказываюсь от адвоката. А я от адвоката не откажусь. А скажите, гражданин начальник, а если они отказались от своих адвокатов, можно мне всех троих? Так, женщины, вы если не закончите поясничать, я вас тут закрою на трое суток до понедельника. Подождите, как до понедельника? А сегодня какой день? Пятница? Пятница, пятница. А у вас не получится нас закрыть! Это почему? Потому что сегодня в стриптиз-клубе женский день! И что? И вход, Марина, свободный! Крошки мои, за мной! За тобой! Так, сержант, останови их! Ага, сейчас! Их там спецназ остановит! Ребята, куда вы разбежались? Мужики, не убегайте! Стойте, мужики! Саша! Ну хватит уже меня провожать! Вот, я уже пришла, вот клуб, вот, все, я здесь! Викуся, я должен знать, в какой именно ночной клуб ты идешь, чтобы потом не искать тебя по всему городу! Че ты со мной как с маленькой разговариваешь? А как мне с тобой разговаривать, а? А ты помнишь, куда ты легла спать после прошлого 8 марта, а? В детскую кроватку. А кого мы кормили из ложечки, потому что утром ему было плохо? Меня. Откуда ты пила водичку? Из блюдечка. А чье это блюдечко? Собачкина. А откуда у нас взялась собачка? С позапрошлого 8 марта. И как ты мне прикажешь с тобой разговаривать? Правильно, как с маленькой. Так, Викуська, давай повторим основные правила. Итак, поехали. Я замужем. Правильно, второе. Я замужем. И третье, самое основное. Я реально замужем. Все? Да. Пока. Все. Стой, что? Подожди. А дополнительные правила? У меня есть дети, поэтому мне нужно вести себя прилично. Поэтому? Поэтому я должна зайти ночью на цыпочках и заснуть в ванной. В спальне. Все. Все, пока. Давай. Стой, подожди. Ну, что еще? Так, еще вот это. На, держи. Это что? Читай, читай. Проспект Свободы 6. Да. Саша, я знаю, где мы живем. Я знаю, что ты знаешь. И, возможно, даже помнишь. Но таксисту ты этого объяснить не сможешь. Поэтому вот эту бумажечку ему дашь? Да. А сейчас спрячь ее понадежней. Пожалуйста. Вот. Я прошу прощения. Вы знаете, сумочка ненадежное место. Да. Вы же начнете танцевать, поставить ее в центре танцпола. Там же и забудете. Ненадежно. Молодец, мужик. Вот видишь, как мы, мужчины, о вас заботимся. Давай перепрячь. Пожалуйста. Я дико извиняюсь. Но вы знаете, у нас сегодня акция. Вторая бутылка шампанского в подарок, поэтому лифчик ненадежное место. Ненадежно. Давайте лучше мне, я таксисту передам. Сашка, помоги снять лифчик. Зачем? Ну, таксисту передать. Так, пойдем домой. Ну, Саш, ну мы же договаривались. Саш, ну, пожалуйста. Ладно, давай. Все, пока. Да. Хотя нет, стой, что подожди. Что еще? Вот, на, держи. Подарок мне? Ой! Лайма, проспект Свободы, 6, вернуться в вознаграждение, Саша! Это же ошейник нашей собаки. Правильно, Викуська. Все правильно. Вот, я тебя очень сильно прошу, когда тебя на руках будет нести, никого не кусай, пожалуйста. Все, пока. Все, давай. Ой, стой, подожди, еще, сейчас, Саша. Тихо. Так, на, вот это еще. Презервативы? Ты дура, что ли? Это колготки с начесом. Зачем? Ну как зачем?
Ты ж по-любому ключи от квартиры потеряешь. Так сможешь на бордюре возле подъезда посидеть. Все, пока, но... Все, давай, пока. Девчонки! С кулончиком это вы здорово придумали. А, да. Я сам его раньше носил, когда это... Да. А потом себе наколку просто сделал, и все. Да. Слушай, а скажите, у вас сегодня стриптизер там работает? Да, в программе есть. А что, как-то неадекватно она себя ведет? Кто, Вика? А, Вика, не, нормально. А вот Лайма, когда увидит сосиску... Пей, 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 молодец. Пей, 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 пей. Женя, я больше не могу. Это пятая бутылка молока. Пей, пей, тебя еще две бутылочки ждет. Женя, в меня больше не вместится. Да? А как же тогда в тебя 7 бутылок шампанского вмещается? Чудом! Пей молоко, на утро легче будет. Кто там из твоих подружек сегодня? Юля, Лера, Наташа. Опять эти шалавы. Юля не шалава! Она замужем. Какой раз? Пятый. Но она просто не сходилась по гороскопу. 5 раз? Ну, непрушная она. Жень, ну что ты переживаешь? В клубе будет наша начальница Наталья Николаевна. Она очень ответственный человек. Она не пьет. Она просмотрит, чтобы с нами было все... До свидания, Наталья Николаевна. Какая ответственная Наталья Николаевна. Только 8:30 она домой уже пошла. Ну, просто так совпало, что у нее на 8 марта еще и день рождения. Ну, ты ж себя так вести не будешь? Нет, конечно. Может, домой пойдем, а? Женя, мы с тобой договорились, что раз в год на один денечек я выберусь с подружками погулять. Давай только на один денечек, а не как в прошлый раз до 12 марта. Ты ж там не будешь много пить, а? Женя, я выпила 6 литров молока. Нет, конечно. Фух, девочки. Так а допить, допить. Тут-тут-тут-тут-тут, нельзя, нельзя, нельзя. Ждать будете или телефончик оставить? Давайте телефончик оставлю. А какой обычно оставляют, мамы или мужа? А кому она первому звонит обычно? Бывшему. Ой-ой. Давно женат? 10 лет. Я так не волновался, когда дочку в сад оставлял. На самом деле вы зря переживаете. У нас программа похожая с садиком, да? Да? Покушали, потанцевали, заснули. Ой, иногда, правда, и кое-кто обделаться может, да? Спасибо, успокоили. Я лучше подожду тогда. Давайте. Я поэтому ей вторые колготки и дал. Андрей! Андрюшенька! Ты пришел за мной, Андрюша! Андрюшенька! Какой ты у меня молодец, Андрюша! Женщина! Я не Андрей! Я Александр! Андрюша! Андрюшенька, ты вернулся за мной! Я не Андрей, я Женя! Женя! Я Дмитрий. Хотя бы Андреевич? Леонидович? Катастрофа! Девочки, я возвращаюсь! Капец, это что такое было? Это второгодка наша. С прошлого 8 марта до сих пор никто не забрал. Я бы тоже такую не забрал. Ага. Так а че жена домой-то не идет? Да у нее долг трындец.
Она, главное, все время говорит, Андрюша мой придет, рассчитается. А Андрюша, видно, откуда-то об этом узнал. Вот и не приходит, не забирает. И что, такая принцесса не могла натурой рассчитаться? Не нашелся пока такой принц. Капец, она как моя хрущевка. Старая, страшная и с долгами. Я собирать. Ту-ту-ту-ту. Моя у вас? Ну, а ваша это какая? Ну, да, сейчас покажу. Вот. Вау, классные титьки. Ой, нет, это рассылка. Вот она. Ой, накрашенная, симпатичная. Ну-ка. Не, сейчас там таких уже нет. Ну да, я зайду. Ну нельзя, ну женский день сегодня, вход только для женщин, ну. Да я на минутку только ну, гляну. Ну подожди, небезопасно это, понимаешь? Там 45 бухгалтер с самого утра гуляют. Они ж свободного мужика разорвут, ну. О, пожалуйста, третий стриптизер за вечер. А он в прошлом чемпион по кикбоксингу. Да, она просто прислала мне такую смс-ку. Это был лучший секс в моей жизни. Ой, это круто. Чего круто? Я из плавания только сегодня пришел. Ладно, ты, если вдруг увидишь, набери, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Да что у них там такое происходит? Так, Ян, выходи уже оттуда давай. Юля! Дай Яне трубочку. А где она? Как не... На сцене в конкурсе на раздевание участвует? И как? Проигрывает? У какой-то дуры две пары колготок оказалось? Yeah. Так, передай Яне, чтоб заканчивала и выходила оттуда. Только пусть оденется сначала. Капец. Здрасте. У меня возврат. По ошибке не свою взял. А, точно не ваш? Что сразу-то не сказали? Да забирал, темно было, понимаешь? А она пьяная, ну точь-точь, как моя. Ну, а дальше? Потом забирал, начала драться. Точь-точь, как моя. Вот. А потом в такси начали целоваться, ну точно, как с моей. Ну? Домой приехали, как она косметику стерла. И тут заметил. Какой там страшная, как и моя. А когда заметил? Утром она говорит, спасибо тебе за такую ночь, Игорёня. А я ведь не Игорёня, я Андрюха. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Привет, Андрей, где ты был? Обними меня скорее. Слышь, послушай. Послушай, императрица, царица моя, послушай, я не то, что ты думала. Катастрофа, девочки, я играю в конкурсе! Так, мужик, давай быстрее заноси, в гардеробе оставишь. Алло, моряк, у меня для тебя две новости. Начну с хорошей. Твоя жена нашлась. Женя, я ну, не могу это больше Марусь, слушать. Все. Ну, Марусенька, ну, пожалуйста. Не надо. Ну, не надо, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, не надо. Ну, пожалуйста. Я тебе в последний раз говорю. Сегодня 8 марта. У меня может быть личная жизнь? Мама нас бросает. Детки мои дорогие, я ненадолго. Мама с тетями посидит, потанцует и сразу вернется, хорошо? Я так устала все время стирать, убирать, готовить, гладить. 3-4. Я 6 лет сижу дома, и все эти годы во мне либо кто-то живет, либо кто-то меня сосет. Я могу хоть раз в году выпить бокальчик шампанского. Можешь, Марусенька, но обещай мне, только один
бокальчик. Обещаю. А ну разойдись, мать гулять идет. Гуляй, шальная императрица, и вся страна, которой правишь, нет, ты берешь. Пойдем. Козел, ты мне всю жизнь испоганил, я тебя бросаю. Мужик, ты че? Это моя жена. Точно твоя? Вот, Лайма. Это моя сучка! Вика, хватит улыбаться! Так, как клуб называется? Чиполлино! Черт, а Малибу где? Да я... Откуда знаю, где твой Малибу? На, забирай! Ёлки-палки, что за вечер? Не свое... Ты! Я? Кто? Я твой муж! А, с тобой можно мутить! Ищи меня внизу. Где она? Где? Там, там. Это моя. Там. Держи. Не-не-не, мужик, тебе нужнее. Давай. Понял. Оп-оп-оп, уже стою. Ты что, пьяная? Так, пошли домой. Обратно в клуб хочешь? Это что такое? Это приз. Я в конкурсе выиграла. Там все девчонки были голыми, а я одна, единственная, в одной вещи осталась. Моя ты рыба. В колготках. Лайма. Так, домой. Домой, 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 домой. Домой, домой, домой. Вот, вот, вот. Домой, я тебе говорю. Все. Андрей! Вот, вот, переступили. Андрюша, ты вернулся, Андрюшенька. Андрюша, где ты был этот год? В плавании. Ты у меня пловец? Моряк, я ж тебе говорил. Я так скучала. Да, я понял по твоей смс-ке, как ты скучала. Это был лучший секс в моей жизни. Я писала кекс в моей жизни. Грёбаный Т-9. Теперь понятно, что ты так разжирела. Ну-ка, пошли домой. Пошли. Ой, ну что, вы свою ждать будете? Конечно. А, кстати, вон она уже идет. И заметьте, сама. Наш вечер продолжается. Ко мне, иди сюда, на сюда, на звук. Давай, давай. Винни. Давай, давай. Куда? 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 Яна, Яночка, стой! Стой, какой, какой Винни, давай! Ну, а ну и что дальше? Так. Гитлер украл мопед у Фредди Крюгера и уехал с женщиной-кошкой в сторону синагоги. Прям новый клип Поляковой. Кто вообще этот Хэллоуин придумал? Ну нафига этот праздник нужен? О, пожалуйста. Дьяволу был нанесен удар тупым металлическим предметом на цепи 6 раз. Жесть. Это что ж за монстр такой? Самому дьяволу навалял. О, Сергей Иванович, здравствуйте. Вы уже протрезвели? Да? Глазик не болит? Вы уже не планируете отыметь всех сотрудников милиции? Нет, хорошо. Одежду мою. Одежду? Одежду. Вот, пожалуйста, ваша одежда. Спасибо. Ой, мама. Кстати, Сергей Иванович, очень странный у вас наряд на Хэллоуин. Ага. Это моя рабочая форма. Подождите, так вы действительно... Ха-ха! Саня, вот теперь все сложилось. Оказывается, это была не драка в клубе. Это было прям противостояние добра и зла.
А еще портмоне мое было. А, портмоне ваше есть, да. Вот, пожалуйста. Ага. А еще кадило было такое тяжеленькое. О! Я только сейчас понял, кто дьявола ухайдохал. Ага. Ой, а можно водички? Святой. А что, есть пиво? Пожалуйста. А, водички. А, спасибо. Ну, давайте, рассказывайте, где вы были этой ночью? Ага. В раю. Ой. А что так грустно? Вы были в ночном клубе «Рай», правильно? Да, да, да. Ну, рассказывайте, что там, как? Ой. На чем приехали? На автомобиле. Так, понятно. Марка автомобиля какая? Bentley Continental Super Sports GT. V12 Biturbo. Ваш автомобиль? Нет, нет, это служебный. Понятно. За рулем-то хоть вы были? В основном я, конечно. Но периодически между мной и рулем женщина появлялась. Подождите, и что она там делала, интересно? Исповедовалась? Больше грешила, конечно. Я так понимаю, вы за рулем уже были выпивши. Ага. Ну... Сами понимаете, не так часто в рай попадаешь. Ну, понятно, понятно, да. Скажите, пожалуйста, зачем вы избили охранников? Охранников? Так они, юродивые, меня не пускали в рай. Вот так и запишем, раз создаетесь. Да? Значит, пиши. Ударил охранника Петра и Павла за то, что те не пускали его в рай. Ага. Петра и Павла. Господи, вот совпало-то. Уважаемые, а почему они вас туда не пускали? Сказали, что мест нету. А я не для того 30 лет в монастыре служил, чтобы услышать, что в раю нет мест. Господи, что ж будет-то, что ж будет? Вот если бы это были реальные Петр и Павел, то гореть вам в аду синим пламенем. А, понятно. А так всего лишь 2 года исправительных работ. Как 2 года? Вы что? У меня же клиентура. Можно мне телефонный звонок? Звоните. Спасибо. Алло, Алексей, не смогу я отпеть вашу бабушку завтра. Минимум через 2 года. А по-моему, вы вчера уже ее отпели. Как это? В клубе. Вот. Моя бабушка курит трубку. О, Господи. Голова-то у вас не болит после вчерашнего-то, а? Ой, болит, болит. Болит? Может, таблетку дать? Ой, не надо. С таблетки в клубе вчера все и началось. Ладно, понятно. Зашли вы в клуб, что дальше было? Ну как что? Только я... подошел к клубу. Так. Тут у меня вся картина мироздания-то и рухнула. Представьте себе эту огромную неоновую вывеску «Рай». А под ней беснуются вурдалаки, черти, бабы голые, вертеп какой-то. Ну, понятно, понятно. Вы сразу решили покинуть рай, правильно? Не сразу. Я на одну минуту подумал, а вдруг он такой и есть? Но минутку вы подумали и покинули место. Я взял дополнительную минуту. А больше вы ничего не брали? Брал. Бутылку текилы, бутылку виски. А принесли мне их 6 зеленых мексиканцев. А не дофига ли на одного человека? А? Так я же не один был. Я с матушкой. Вот она мне таблетку и дала. То есть вы в клуб приехали с матушкой? Нет, нет, я ее уже там встретил.
У нее мальчишник был. Девишник? Сначала то был девишник, а потом уже начался и мальчишник. Кошмар. Ладно, хорошо. Пиджейку зачем вы трогали? Пиджейку? Я-то хотел прикрыть ее тело ногое. Чем? Собой? Ежели ничего другого под рукой не оказалось. Понятно. А за сцену зачем вы ее потащили? Исповедоваться. И что? Она уверовала? 2 раза минимум. Скажите, зачем вы полезли к диджею? Я просил его псалмы православные поставить во всеуслышание. Батюшка, ну откуда у диджея псалмы православные? Да что ж, я не понимаю-то ничего. Они же у меня завсегда со мной, вот, на флешке. Зачем вы отобрали микрофон у ведущего? Дабы предупредить всех собравшихся о наближающемся суде Божьем. Ну и что, предупредили? Да. И что они вам ответили? Они сказали, юху, мочи еще. Хорошо, если вы мочили, то почему в клубе начался пожар? Это голос свыше сказал мне, встань, выйди на танцпол и зажги его. И встал я, и зажег его огнем праведным. Да, да, да. И у вас сразу появились последователи. Человек 50. А откуда вы все эти подробности знаете? А вот ролик в интернете. Батюшка в клубе. О! Шалом, православные! 1,5 миллиона просмотров. Ага. Скоро новый клип Дзидзё перегоните. Ой, не дай бог этого черта бородатого обогнать-то. Ой. Короче, батюшка, придется вам из своего храма в наш храм, только уже с решеточками, переехать. Тогда еще один звоночек можно? Да звоните, звоните. Спасибо. Алло, отец Никодим, я в ментовке, код 12. Стоп, я не понял. Что это за код 12 такой? Это наш корпоративный сленг. Код принят! Ой. Здравствуйте, ребятушки. Здравия желаю. Ребятушки, отпустите нашего батюшку, а? Он у нас хороший. У него приход свой. Ох, вчера такой приход был. Ну, есть же люди хуже его. Ну, вон матушку хотя бы взять. Мы его накажем. По всей строгости накажем. Он у нас целый год строгий пост держать будет. Нет, я в ГАИ не вернусь. Сань, ну, может, действительно. Ну, видимо, и у них есть люди нормальные, порядочные. Сразу видно, человек хороший, угу. Спокойный. И без понтов. Без понтов. Да, милиция. Хорошо, понял. Что? Все, можете быть свободны. Хозяин клуба забрал заявление. На всю воля Божья. Слава Богу. Батюшка, идемте скорее отсюда. Если купать начнут и поймут, что это ваш клуб, вас анафеме предадут. Спасибо!